превратим Сибирь в край высокой культуры. Это движение началось на Красноярской земле. Щедра и плодородна сибирская нива. Высокими урожаями отзывается она на труд земледельцев. Кавалер ордена Ленина Виктор Федотович Грудинин живет и работает в совхозе Солгонский Ужурского района. Сельский механизатор, тракторист, шофер, комбайнер. Трудно сказать, какой из этих профессий отдает предпочтение Виктор Федотович.